Сегодня утром на юго-западной произошел пожар, загорелся детский дом. Вы видите, как здание охвачено пламенем. Внутри находились сотни детей, два воспитателя и охранник. По данным пожарных, возгорание произошло в результате несоблюдения техники безопасности наркоманами, которые ставились винтом внутри. К вечеру сооружение полностью сгорело, осталось горы обуглившихся трупов. Но несмотря на это, уже сейчас дети опять вновь приходят сюда играть, как бывало раньше.